Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Привет. Наконец нашли время доехать до Вайкики аутлета. Нужно купить одежду детям, у нас похолодало все вообще быстро. Тебе тапики надо купить, да? Ну, тапики, не знаю, купим мы тут или нет, но одежду точно нужно посмотреть. Мы всегда сначала... И одежду, да. Мы всегда приезжаем сначала в Вайкики аутлет, а потом, если здесь чего-то не находим, то мы уже покупаем в обычном. Еще бабушки, да. Приготовьтесь к долгим рассказам Насти про одежду, потому что Настя с нами идет, и она будет очень много разговаривать. Вот. Друзья, кто не подписан на меня в Инстаграме, подписывайтесь обязательно. Там всегда выкладываю видео разные быстрее, чем здесь. Вообще под видео в описании очень много полезных ссылок. Переходите, смотрите и пойдемте с нами в магазин. Так, вот тут, значит, такой большой аутлет Вайкики. Пойдем, Настя. Мужской отдел нам не нужен. Мы сразу... Живот болит, да что у тебя случилось? Мы идем сразу в детский отдел. Мне не надо, пойдем тебе сейчас одежду смотреть. Демиру и Керему еще надо. Теплые кофточки посмотрим, штанишки посмотрим, носочки надо купить, в общем, все подряд. Пойдем. Ручку дать тебе? Какие классные костюмчики для девочек, смотри. Ой, что закрыли. Здрасте, приехали. Смотрите, по 500 лир такой костюмчик, штанишки, кофточка. Ну супер, а что они тут ремонт делают? Как-то мы не очень вовремя приехали. Давайте, наверное, с Настей начнем, да, Настя? Померишь сейчас. Мне не надо, тебе же будем смотреть сейчас. Я тебе, маме, хорошо. Ой, уже всякие шарфики, варежки. Вот костюмчик 400 лир, это маленький. 12-18 лет. Тут Настя, я бы такие костюмчики... Настя, смотри, какие костюмчики красивые. Такой тебе надо? Да. Давай посмотрим. Это 6-7 лет, это большой тебе. Угу. Эти маленькие. Штанишки, ты только назад вешай штанишки. Вот серенький я бы такой взяла бы. Он вот для всего, мне кажется, подойдет. Ну, в смысле, пачкаться не будет. Видно не будет. Ну, размеры маленькие, 12-18. А вот такое есть еще. Сейчас померим, Настя. 6-7 лет. Это большие тоже. Мне померить давай. Ой, красиво, да, большое, да. Тоже по 400 лир костюмчик. Вот они. А, вот розовые. Вот эти, а, не, они теплые такие, что же. Вот черненькие есть. 400 лир. Серенькие есть. Но мне не нравится, что без капюшона. Она меня любит с капюшоном обычно. И тут то, что штаны внизу, вот, которые на резинках, они хорошие. А тут вот, вот, вот это, например. Да. Смотри, вот такой костюмчик. Ой. Шапочка. 4-5. Смотри, Настя. 360 лир, тут подороже. Вот это пойдет тебе? Да. Берем? Да, берем. Че? Да, штаны тут и кофточка. Вот эти вот хорошие с длинным рукавом. Тоже можно будет такие взять. Сейчас уже можно такие одевать. Белые мы не будем брать, Настя. Надо сейчас... Слушай, а платьишки смотри какие. Платье нужно колготки сразу смотреть. В 360 лир. На-на-на-на. Хочешь платье такое, да, возьмем? У тебя платья нету как раз. Ой, сейчас. Ой, поднимай. Вязаные платьишки есть. А вот черное есть платье, смотри. Я хочу. Не, давай, у тебя одно платье возьмем. Мы лучше еще костюмов возьмем. Леггинсы нужны еще. Штанишки какие-то. А вот, смотрите, такой наборчик. А, нет, это по отдельности. Да, Настя. Еще тоненькие такие леггинсы, если есть. Сейчас, подожди, я здесь посмотрю. А вот. Ну, там ремонт делают, наверное, Настя. 179.
Сейчас, подожди, мы возьмем тебе штанишки. Вот они там. Ай. Чего? Такую яркую хочешь? Да. Ой, аккуратно. 250 лир. Давай с капюшоном лучше найдем тебе, если есть. Тут капюшоном нету что-то. У нее жилетка просто есть. Вот удобно было бы жилеточку еще. Под жилетку одевать. Так. Так, Настя, остановились мы на леггинсах. Вот. Вот надо взять тебе какие-то. 18-24 маленькие. 6-7. Что-то только 6-7. Видимо, пооставались такие. А вот это? Голубенькие. Они испачкаются быстро. Они уже такие для повседневной. Так, я вроде набрала так это. Настя там. Ай, иди сюда. Ну, такая красивая, теплая. Ну, цвет мне нужен, я говорю, мне пацанам, девчонкам всем нужно что-то темное, потому что они все... Тебе набрали, да, я потом обязательно это все покажу, что я набрала. Давай теперь Демиру с Керемом посмотрим что-то. Ну, кофты я такие обычно покупаем с капюшонами почему-то всегда. Вот так вот ветер или еще что-то. А с капюшоном было бы, конечно, прям отлично. Ну, штаны бы какие-то еще глянула бы. Человек-паук ему? Не, мне надо Человек-паук. Пойдем. Палюк. Человек-паулюк. Какая тут скидка, типа 3 покупаешь, платишь за 2. Вот штаны спортивные Демиру тоже надо. По 300 лир, в принципе, нормально. Последний раз ему в Тахтакале купил, они ему маленькие оказались. Проходи, Настя. Вот 11. Тут точно должны подойти. Давай Демиру такие возьмем. Сейчас ему 9 лет. Ну, не знаю, выглядит как будто бы огромные. Ну, по факту не знаю. Вот эти вот прям теплые какие-то 400 лир. Ну, теплые не надо ему сейчас. Настя. Это машина. Машина, да. Синий есть и серый. Можно серый глянуть. 7-8. 6-7. Либо совсем он 12-13 лет, либо... 12, да. Либо маленькие. Ну-ка, вот эти. 10-11 лет. Лучше я возьму, пусть они ему свободные будут, правильно? Все, Демиру готово. Керему. Ой, Керему. Керем, в принципе, Демира одежду донашивает. Но все равно что-то новенькое надо взять. Ему хотя бы одни штаны. Я ему, правда, в Тахтакале вот сейчас двое пар купила. Тише, Настя, не кричи. Какие-то можно, вон они все со скидками сейчас. Вот черные, например, обычные. 12-13. Это маленькие будут. Вот, 8-9. Давай такие Керемы возьмем. Ай. Чего там? А вот кофта, кстати, с этим. На молнии. Ай. О, Настя нашла рюкзак. Нет, Настя, только не рюкзак. Мы только покупали тебе рюкзак. Давай лучше тапочки тебе посмотрим сейчас. Ну, это для дома такие тапочки. Нам нужны кроссовки какие-то побольше. Ай. Сейчас мы только маленькие найдем тебе. А пока я Демиру быстренько гляну кофту. Шо, ну, как будто для мальчиков, что ли, для девочек не помню розовый. Да, Настя? Да, обычный черный бы какие-то взять. Тут штанов очень много. Ну, слушайте, выбор прям хороший. Я не ожидала. Единственное, футболки хотела еще им купить. Футболок вообще нет. Только такие вот с длинным рукавом. Это можно Демиру такую взять. Керему надо тоже какую-то. Керему, может, такую какую-то. 200 лир стоит.
Прям хорошо такие, знаете, куда-то одевать, ходить. Берем. Так, что с кофтами? Ты спряталась? Нет, цены прям нормальные. Единственное, что нет того, что я хочу. Где ты? Я не знаю, куда ты спряталась. Где же Настя у нас? Давай мы Демиру с Керемом кофту найдем сейчас. Ты там спряталась, да? У меня прям вообще покупки такие просто в такой обстановке. Быстрее что-то найти. Ну, мне тут вот понравилась кофта, только я не вижу больше других. Есть вот такая вот. Да, Настя? Иди сюда. Это мне нравится. Либо просто без молнии брать. Ну, с молнией им удобно, они застегнули, расстегнули. Ай! Я зашла в женский отдел, хотела себе пижаму какую-то новую глянуть. Ну, тоже все пижамы поменяли, все уже такие зимние стали. Прям М-ка вот 600. Дверь. Ничего такое. Где Настя у нас спряталась? Настя у нас постоянно где-то прячется. Вот такая мне нравится, жалкая эсочка. Такие все прошлогодние коллекции, в принципе, мне все равно. А, ты там была, да? С футболкой хоть. Штанишки и футболка. Прекрасно, хоть что-то себе куплю. Настя. Вот носков прям такой большой выбор. 50 лир всего. Еще обалдеть. Какой-то размер. Это для маленьких. Совсем для маленьких. Ой, вечно у меня что-то падает. Тоже для маленьких 6-9. О, Настя, какой размер? Бассейния. Нет, до 2 лет не пойдет. 27, 29. Большие что-то все, Настя. Вот 3-4 года. 80. Дед Мороз там? Да. Угу. 2-3 года. 3-4. И такие, смотри, какие носочки. А вот еще есть темненькие. Кроссовки мы только так и не нашли, здесь нету, придется в другой раз ехать. Но мы еще... Все, давай вот эти вот возьмем, где наша корзина, насколько мы там нагуляли. Пойдем еще Демиру с Керемом посмотрим. Сегодня прям всем мы все накупили. А мне. Ты что-нибудь выбрала себе? Ну, что-нибудь выбрала. Носочки. Я, кстати, носочки себе выбрала. Да? Хочешь, покажу? Беленькие просто. Я просто беленькие, потому что кроссовки беленькие, 3 штуки. Стоит цена 90 лир. Вообще 90 супер. Лир, и чем они мне нравятся, здесь это резинка, видишь, какая? Угу. У меня, кстати, есть. На Озоне есть по типу таких же носков. Есть еще в наличии. Ссылочка под видео в описании. Не, бутылочки у нас Настя есть. А ты себе это посмотрела? Пижаму ты хотела? Пижаму взяла, но я так как-то с Настей особо не успеваю ничего смотреть, не получается у меня. А вот здесь еще полно носков. Я хочу Демиру носки. О. А, это 4-6. Такие мы они любили бы, такие любят. 3 штуки по цене 2, что ли? 3 покупаешь, да. Платишь за 2. В общем, такая глобальная распродажа здесь. Настя, что там у тебя падает? Поднимай. Нет, еще не все. Большой выбор носков, я прям не могу. Для маленьких совсем тоже. 2-3 года. 38-40. Это большие. Для мальчиков я что-то не найду здесь подходящих. 30-33.
Я им всегда яркие покупаю, чтобы потом их можно было как-то подсобрать. Но тут что-то 30-33, им уже 35 нужен размер. Ну вот 34-37. Для мальчиков по 100 лир, 3 штуки. Но я бы еще выбрала какую-нибудь прям большую какую-то упаковку. Такие бывают. Вот это жалко, 4-6 лет. Тут, Настя, там сейчас все попадает у тебя. А вот там есть, возле этого, лестницы. Еще колготки, Настя, смотрела, что-то не нашла. Платье взяли. Платье взяли, а колготок нету. Плюс Демиру Керему кофты я не нашла еще. Настя, корзинку нашу бери. Короче, для мальчиков носков нету. Получается, такие только. Не знаю, может взять такие. А вот, смотрите, хорошие, длинные. Сейчас уже длинные пора им брать. 100 лир. Но они прям совсем длиннющие, не знаю, до колена, что ли. Чем, наверное, Демиру я вот такие вот возьму. Вот еще какие-то есть, 130 лир. Размер непонятный. 38-40. Большие. 37-34. Ну, это вроде как для девочек больше. А вот еще. Где-то я тут в углу их нахожу. 29-34-37. Побегай. Короче, одни Демиру, одну Керему. А то если одному кому-то... Просто полная тележка. Пойдем, все. Я все. Пижаму себе только взяла. Короче, мне если ехать в магазин, мне надо без Насти ехать в магазин. Пойдем там наверху еще что-нибудь посмотрим. Акулу хочешь? Какую Бэби Шарк ты хочешь? В общем, шопинг у меня удался. Два огромных мешка. 5000 лир у меня ушло. Да, Настя игрушку вот такую вот купили. Ну, не все купил, то, что нужно было. Ну, а что, трое детей, естественно. Они растут? Растут, сами нужно покупать. Ну, на зиму так я подзакупила нормально. Вот, в следующем видео сделаю еще распаковку. Все, спасибо всем, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.